Сила челюстей тут не важна. Главное – отличный нюх. Служебная собака по кличке Белла успешно выполнила операцию по поиску взрывных устройств. Они были установлены среди трибун. Храбрый и умный пес, профессионал своего дела. Так отзывается о своем питомце кинологи МЧС Азербайджана. Трудно поверить, что четвероногому саперу Белле только недавно исполнился год. Как вы видите, с поиском Белла справилась отлично, у нее превосходный нюх. Обнаружив по запаху взрывчатку, собака тут же садится, при этом она не лает и, конечно же, не прикасается к взрывчатому устройству. Животное словно замирает в этот момент. Это означает, задача успешно выполнена. Служебные собаки требуют к себе особого внимания. Кинологи, то есть напарники четвероногих специалистов, должны их воспитывать, ухаживать и даже вместе проходить через различные чрезвычайные ситуации. Адиль Мамедов работает в этой сфере почти 15 лет. Собаки его ни разу не подводили. Наши собаки практически не устают. Они готовы работать столько, сколько потребуется. Эти питомцы спасают жизни людей. Даже если возникают какие-то препятствия для поиска, они все равно справляются с задачей. МЧС Азербайджана готовит десятки таких четвероногих специалистов. Многие из них привлекаются к разминированию на освобожденных территориях страны. Собаки находят то, что порой невозможно обнаружить с помощью миноискателей. Речь идет о минах, которые содержат только взрывчатку и оболочку без металла. Предпочтение в этом деле отдается немецким овчаркам и бельгийским овчаркам Малинуа. Тут не место для декоративных песиков. Дрессировка собак начинается с 3 месяцев. В первую очередь их учат понимать команды. Необходимо адаптировать собаку к общению с окружающим социумом. После этого начинается основная часть обучения. Характеры у песиков разные. Нужно уметь раскрывать таланты и способности каждого. Собака, которая используется для поиска взрывных устройств, не должна быть агрессивной. Питомцы постоянно проходят курсы усовершенствования подготовки и даже сдают экзамены, причем несколько раз в год. В среднем собаки служат 8 лет. К слову, четвероногие специалисты из Азербайджана неоднократно побеждали на международных конкурсах. 3 специально обученных собак в разные годы за разминирование и спасение человеческих жизней были удостоены наград Институтом наследия Маршалла США. Шамистан Мамедов, Намиг Гасанлы, CBC.